Приветствую вас на своем канале «Сметанка вяжет спицами». Меня зовут Настя, и в этом видео мы будем вязать вот такую вот весеннюю детскую шапку. Это шапка без отворота, связана в одну нить, вот с таким вот интересным рисунком и вот такой вот макушкой. Как эта шапка смотрится на голове и как она выглядит после стирки, вы всегда можете посмотреть на моей странице в Instagram. Ссылка всегда есть под каждым моим видео. Так, по этой шапке. Эта шапка связана на окружность головы 52 сантиметра и на глубину головы 37 сантиметров. Шапка эта вот, смотрите, выглядит она вот так вот, таким вот рисунком. Его можно носить как пополам. Сзади она будет выглядеть точно так же. Также можно этот рисунок сместить и сделать его посередине. Вот так вот сделать. Сзади будет выглядеть точно так же, как и спереди. Либо сместить в серединку вот эту часть, резинку 2 на 2. И рисунок останется у вас по бокам. Сзади она будет выглядеть точно так же. Также эту шапку можно связать просто резинкой на 2 на 2, без вот этих вот, без вот этого рельефа. Вяжется абсолютно так же и просто резинкой 2 на 2. Кому не нужен этот рельеф, вы просто вот эти петли вяжите резинкой 2 на 2. Я буду вязать их рисунком, а вы можете вязать их просто резинкой 2 на 2 без изменений. Ну, у меня вот такая вот идея. Очень классно она смотрится на голове. Обязательно зайдите, посмотрите. И по инструменту, что нам потребуется. Так, набираем мы на спицы, на резинку, на спицы номер 3,5. У меня это вот такие вот короткие, 40 сантиметров. Дальше идет у нас маркер для обозначения начала и конца ряда. Дальше дополнительные 3 маркера. Нужно, чтобы они отличались от этого. Дополнительные 3 маркера. Дальше нам нужны будут спицы на длинной леске для удобного закрытия макушки. Также можно использовать, у кого нет спиц на длинной леске, можно использовать чулочные спицы, но тоже, чтобы были 3,5. Так, ножницы, игла с большим ушком и сантиметровая лента. И давайте поговорим по пряже. Вязать я буду вот из этой пряжи. Называется она Maxi Soft от фирмы Lana Gatta. Цвет у меня 8433. Здесь 50 граммах 90 метров. Вы можете использовать аналогичную пряжу с похожим метражом. Здесь 50 граммах от 80 до 100 метров. Для шапки без отворота нужно 2 таких мотка. На спице номер 3,5. Я набираю 96 петель плюс 1 для замыкания в круг. Итого 97 петель. Набираю я обычным способом. 2, 3, 4, 5, 6. Набираем самостоятельно. Так, я набрала на спице 97 петель. Замыкаем вязание в круг. Смотрим, чтобы наша бороздка вся смотрела вовнутрь, нигде ничего не было перекрученное. Замыкаем вязание в круг. Для этого снимаем первую набранную петлю. Снимаем первую набранную петлю. И через нее перебрасываем последнюю набранную петлю. Вот таким образом. Стягиваем хвостики и возвращаем. Вешаем маркер. Начинаем вязать резинку 2 на 2. Две лицевые, две изнаночные. Две лицевые, две изнаночные. Так вяжем до конца ряда. Встретимся во втором ряду. Вязали мы первый ряд. Теперь смотрим. Теперь наши все петли нужно разделить на 4 части.
У меня на спицах 96 петель. 96 поделить на 4 будет 24 петли. Сейчас мы повесим маркеры через каждые 24 петли. Значит, первые 2 лицевые, да, идут у нас. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2 лицевые петли. Закончилось 2 изнаночные и начинаются 2 лицевые. Вешаем маркер сюда. Должно получиться везде одинаково. Каждый сегмент должен начинаться с 2 лицевых и заканчиваться 2 изнаночными. Отсчитываем дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вот. 2 изнаночные и лицевая. Пишем. Еще один маркер. И так далее мы развешиваем 4 маркера. Так, отсчитали. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Вешаем маркер. Все правильно получилось. Каждый сегмент у нас начинается с 2 лицевых и заканчивается 2 изнаночными. Второй ряд. Второй ряд. Начинаем вязать второй ряд. Сейчас вяжем до следующего маркера просто резинкой 2 на 2 обычной. Лицевые за переднюю стеночку, изнаночные за заднюю стенку, 2 изнаночные за заднюю стенку, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот такими изнаночными будем вязать до конца шапки за заднюю стенку. Если вы вяжете классическую изнаночную, можно вязать классическую. Но ни в коем случае не нужно вязать изнаночную бабушкиной петлей. Сейчас покажу. Лицевые за переднюю, изнаночную за заднюю. Либо изнаночную можно вязать классикой. Вот таким образом. Ни в коем случае не вяжите изнаночную вот так. Если вы ее будете так вязать, она на другой стороне будет скрещена и из-за этого может косить полотно. Поэтому изнаночную вяжите либо классикой, либо так, как вяжу ее я. Вяжем до маркера резинку 2 на 2. Так. Довязала я до маркера. Последняя петля у меня изнаночная. Перебрасываем маркер. Дальше. Второй сегмент у нас идет уже с рисунком. Его я вяжу следующим образом. Первую петлю снимаю, не провязывая. Одна лицевая. Теперь возвращаю на левую спицу непровязанную петлю. И меняю ее местами с провязанной. Вот таким образом. Поменяла, провязала лицевой, изнаночные снова вяжем просто изнаночными, а лицевые делаем то же самое. Снимаем первую петлю, вторую провязываем, дальше меняем местами провязанную с непровязанной петлей. Поменяли, провязали, снова 2 изнаночные. Опять меняем местами провязанную с непровязанной. И так мы вяжем до следующего маркера. Этот сегмент мы вяжем вот таким образом. Довязали до следующего маркера. Следующий сегмент у нас идет опять резинкой 2 на 2. Провязали резинкой 2 на 2 до следующего маркера. И последний сегмент у нас идет точно такой же. Вот я довязала до следующего маркера. У меня здесь ряд, сегмент был с перекрещиванием. Перебрасываем маркер. Здесь вяжем резинку просто 2 на 2. Две лицевые, две изнаночные.
Вяжем до следующего маркера. Потом в дальнейшем уже маркеры можно будет снять, чтобы они не мешались. Уже будет понятен сам узор, и вы точно не пропустите, где нужно поменять схему вязания. Кто боится запутаться, можете оставить эти маркеры до самой макушки, до самого конца шапки. Можете оставить эти маркеры. Так, вяжем до следующего маркера резинку 2 на 2. Так, вот у меня две последние петли изнаночные. Перебрасываем маркер. Тут у меня начинается с двух лицевых. Повторяем. Снимаем первую петлю, вторую провязываем. Меняем местами провязанную с непровязанной. Поменяли, провязали. Дальше две изнаночных. Снова меняем местами. Снимаем первую петлю, вторую вяжем. Меняем местами провязанную с непровязанной. Поменяли, провязали. Так мы вяжем до конца этого сегмента. Провязали мы второй ряд, третий ряд. Третий ряд мы вяжем просто резинку 2 на 2, абсолютно все наши 4 части. Четвертый ряд мы снова повторяем вот этот провязанный ряд. И так далее мы вяжем вот таким образом, чередуя вот этот ряд с перекрещиваниями, через один. По убавлений я буду вязать 18,5 сантиметров. 18-18,5 сантиметров. Шапку я вяжу на окружность головы 52 сантиметра и на глубину головы 37 сантиметров. Начало убавлений у меня начнется, когда я провяжу половину глубины замеров. То есть 37 поделить на пополам получается 18,5 сантиметров. Я вяжу шапку 18,5 сантиметров до убавлений. Так, провязала резинкой 2 на 2 ряд. Следующий ряд у меня идет с перекрещиванием. Первый сегмент продолжается вязаться резинкой 2 на 2, первый и третий сегмент. А второй и четвертый у меня идут с перекрещиваниями. Продолжаем вязать вот таким образом нашу шапку до убавлений. Встретимся уже на убавлениях. Приступаем к убавлениям. Высота моей шапки до убавлений сейчас 18 сантиметров ровно, ну чуть-чуть больше, 18-18,5, ну так как мне нужно. Приступаем к убавлениям. Видите, маркеры я сняла, потому что тут и так понятно, где у нас начинается и где заканчивается каждый сегмент. Вот такая вот красивая шапка получается, таким вот узором. И начинаем убавлять. Так, по убавлениям. Так как у нас уже разделение на 4 части, поэтому маркеры мне вешать уже не нужно. Убавлять мы будем в конце каждой части. То есть сейчас мы вяжем первую часть и останавливаемся вот здесь, перед началом второй части. Вот на этих двух изнаночных петлях. Вяжем. Так, я провязала последний ряд просто резинкой 2 на 2. То есть у меня был предпоследний ряд с перехлестами, после него ряд резинкой 2 на 2. Провязала и начинаю и приступаю к убавлениям. Вяжем первый ряд убавления. Вяжем по рисунку до конца первой части. У меня тут резинка 2 на 2. Так, вот я довязала до конца первой части. У меня 2 изнаночные и начинается вторая часть. Вот там, где у меня 2 изнаночные, мы будем здесь вот
мы будем здесь сейчас сокращать. Мы вот эти две изнаночные вяжем, две вместе одной изнаночной. Вот так вот. Провязали. Дальше у меня идут тут ряд с перехлестами у меня идет, значит. Снимаю первую петлю, вторую вяжу, меняю местами, вяжу второй сегмент и останавливаюсь тоже вот здесь, в самом конце, где 2 изнаночные, и начинается следующий сегмент. Так, вот я довязала до конца второго сегмента. У меня осталось здесь 2 изнаночные, и дальше начинается следующий. Здесь делаем то же самое. 2 изнаночные петли. Разворачиваем и вяжем одной изнаночной. И так далее мы вяжем до конца ряда, убавляя в конце каждого сегмента. Вяжем этот ряд до конца самостоятельно, встретимся во втором ряду убавлений. Так, я довязываю первый ряд с убавлениями до конца. Вот у меня последний сегмент. Тут у меня перед маркером начало и конец ряда как раз осталось 2 изнаночные. Их я провязываю одной изнаночной, разворачиваю и провязываю одной изнаночной. Дальше у меня идет маркер. И во втором ряду мы делаем точно так же. Вяжем первый сегмент, останавливаемся перед вторым. И тут будем сокращать. Сейчас вяжем по рисунку резинкой 2 на 2. Довязываем до конца сегмента, не довязывая 2 петли. Там у нас будет 1 лицевая и 1 изнаночная. Так, вот я довязала, вот мое предыдущее убавление, и у меня 1 лицевая. Лицевую снимаем, изнаночную разворачиваем, возвращаем лицевую, вяжем одной изнаночной. Дальше мы вяжем второй сегмент. Тут у меня в предыдущем ряду мы делали перекрещивание, здесь мы вяжем просто по рисунку. 2 лицевые, 2 изнаночные. Вяжем по рисунку, не довязывая опять 2 петли. Так, вот мы довязали. У меня тут 2 петли. Предыдущая убавка и вот наша петля. Лицевую снимаем. Изнаночную разворачиваем, лицевую возвращаем, вяжем одной изнаночной петлей. И так далее мы вяжем до конца ряда. И вот таким вот образом мы делаем убавление в каждом ряду, пока на наших спицах не останется 16 петель. Дальше убавляем самостоятельно в каждом ряду вот таким вот образом. Вот в этой изнаночной петле мы вот так вот их все убавляем. И встретимся, когда на спицах останется 16 петель. Все, у нас будет шапка уже готовая. Я дошла до конца шапки. У меня на спицах осталось ровно 16 петель. Все, закрываем наши петли. Обрезаем ниточку. Берем иглу с большим ушком и стягиваем все петли. Я делаю следующим образом. Вот этот хвостик продеваем через все оставшиеся петли. Продеваем еще раз. И прячем этот хвостик внутри шапки.
И вот наша шапочка готова. Вот такая вот красивая шапка. Можно ее вот так носить. Можно сделать пополам. Вот так. Можно сделать вот так. Можно сделать вот эту посередине. Очень классная, красивая шапочка получается. Так, дальше прячем все хвостики. Отправляем шапку обязательно в стирку. Не ленитесь, обязательно стирайте, потому что это 99% вашего успеха. Потому что после стирки все петли выравниваются, и ваша шапка становится, ваше изделие становится намного лучше. Петли выравниваются, шапка становится круче. Так, и полная высота моей шапки до стирки. Сейчас покажу сколько. 25 сантиметров. Обязательно переходите по ссылке, смотрите, как эта шапка сидит на голове. Если, например, вам хочется, чтобы макушка торчала еще побольше, то до убавления добавляйте еще сантиметр или два, в зависимости от глубины шапки, в зависимости от глубины замеров. Как я рассчитывала вот именно эту, вы уже поняли, исходя из этого видео. Такая вот интересная шапка получилась. На этом все. Надеюсь, мое видео вам было полезным. Ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.